Вот он, долгожданный момент. К этому важному событию шли почти 2 года. Здание нового детского сада построено по уникальному проекту и рассчитано на 230 мест. В приветственном слове глава района поблагодарил представителей строительных организаций, которые принимали участие в возведении социально значимого объекта. Этот сад архитектурно, как муниципальный детский сад, признан одним из самых лучших объектов на территории Российской Федерации, построенных к 1 сентября 2017 года. Это наша с вами общая победа. Мы сделали все это вместе. Когда вы переступите сегодня порог, после того, как мы перережем эту ленточку символическую, вы почувствуете, что здесь не только колоссальный труд в этих стенах, но и душа, и сердце всех тех людей, которые здесь трудились. Очень рад за наших ребят. У нас в поселке с сегодняшнего дня, по сути дела, не осталось ребятишек, которые хотели бы пойти в детский сад, но не имели такой возможности. В двухэтажном здании площадью более 5000 квадратных метров разместили 12 групп, хореографический класс, музыкальные физкультурные залы, кабинет для занятий по изобразительному искусству. А это уже пищевой блок, оснащенный современным оборудованием. Гостей здесь встречали вкусными пирогами, которые приготовили повара. Сегодня детский сад полностью готов к работе. На данный момент, на 1 сентября, 230 детей уже набраны в муниципальной очереди. Мы принимаем деток с 1,5 лет, самые наши крошечки нашего поселения, а также к нам приезжает сельское поселение Молоковское, Новомолоково, Мисайлово. Педагогический коллектив сформирован на 86%. В основном это опытные педагоги, но есть и в коллективе 2 новых сотрудника. Среди них Юлия Родионова. Девушка и мечтать не могла, что попадет работать в новый современный детский сад. Он большой, он удобный, комфортный, игрушки, пособия. Но на работу ты летишь, ты с удовольствием идешь. За последние 2 года в поселке Володарского построили уже 2 детских сада. Открытие детского сада совпало с днем рождения главы района, для которого педагогический коллектив подготовил сюрприз. Нужно задуть? Да, загадывайте желание и давайте свечки. Территория детского сада также заслуживает внимания. Она обустроена современными игровыми и спортивными площадками. Красивый садик, хорошо все сделано. Надеемся, что деткам будет хорошо. Мы очень рады, хотя, в принципе, мой ребенок уже подрос, но я рада за других детей. Ирина Бокова, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ.